званый ужин, поэтому 12 сентября уже на СТВ будут показывать. Я считаю, что на самом деле прикольно, что я успела. Не успела как бы отойти от проекта в Москве, я начала сниматься уже в Украине обратно. Поэтому даже не знаю, по какому счету это проект. Ребят, да, званый ужин, ребят. Какое море? Большого считаю другом, да. Полоска на губе. Ну, у меня такие губы, что я могу сделать. Мне нравится, отпишитесь от меня. Ну, Голд звала меня на свадьбу. А, наверное, Аня с Валерой посчитали нужным, как бы, не звать. Спасибо. Нет, я не буду возвращаться на Дом 2. Вот, поэтому как-то вот так вот. Привет, всем привет, пупсята. Ой, Светочка, здравствуйте, мамочка дорогая. Вот, я вас увидела, а то мне пишут, что я вас часто не замечаю. Простите, пупсик мой, как у вас дела? Боже, как жарко у нас. Нереально жарко. Так, я еще с собой вещи взяла переодеться, потому что, слава богу, мне сейчас готовить. Фан-встреча где? Ребята, честно, стесняюсь эту фан-встречу проводить, вообще без понятия. Да не хотела отписываться. Ну просто зачем вы тогда какую-то чухню говорите? Если вам не нравится мой прямой эфир, я никогда не понимала логики, я никого не заставляю меня смотреть. Вот. Я больше не планирую приходить на Дом 2, я считаю, там, да, очень жарко, прям пиздец. Прям надо выходить из машины. Там новое поколение тиктокеров, блогеров. Я старовата для этого. Поэтому я на Дом 2 точно не возвращаюсь. Я еще раз повторяю. На проект я ни с кем никуда не возвращаюсь. У меня все прекрасно.